Я не знаю, чувак. Это не трюкачи, это просто русская. Это трюкачи. Я не знаю, чувак, я в этом не шарю. Звучит так. А как оно на самом деле? Я, чувак, понятия не имею. Миш, я сейчас... Это друг мой, бойся меня. Радуйся. Радуйся? А, градусы? Градусы. Людой, тихо! Да я знаю, да. В детстве было прикольно. Слушай, сейчас, конечно, слушаешь и такой... Классно, будем мальчик. Да, да, очень. Ты, наверное, под нее еще и бегаешь, да? Ну, вот видишь. Не, у меня есть такие треки, чувак, что я там, знаешь, типа, я уже бегу, короче, 8, и тут обратно к 6 возвращаешься. Пока бит не закончится, ты тут. Это интересное явление, конечно, потому что до музычки ты так не можешь, а после музычки ты прям тулишь. Ну, тебе не понять, у тебя там подумал тоже, поэтому, типа, тебе все равно. Ты же не сбрасываешь. Вот, ты же не устаешь. Давай, ты играешь? Вставал? Я вот тоже в четверг вставал. До 5.40 скинул, до 5.45. Ну, я бежал примерно в 5.30, получается, на 15 секунд, бывало так, на пару кругов делал. Чувак, ты понимаешь разницу между тем, как я сбрасываю до 8 с 6, и как ты с 5.30, с 5 до 45, понимаешь, типа... 8 километров в час. Как думаешь, сколько максимум ты можешь пробежать? Если при том же ухере 10 километров, то смогу нормально пробежать. Еще раз? Я бы с тобой был в бегущего человека не играл. Карпеша, забирай Тамара, следующий! Я бы сам как бы... Бегущий человек? Да, да. А, или... А, не-не, это этот, последняя дорога. Идущая была. Перебирайте люк, оставляй его! Который, который там, где просто они то ли бегут, то ли идут с каким-то темпом, но очень долго, пока до последнего выжившего. Разве это идущая? Это разве не последняя дорожка или дальняя дорога? Может быть, дальняя дорога. Дальняя дорога называется, идущая точно нет. А бегущий человек — это когда про это? Про телешоу. Про телешоу. Ты читал, да? Выше, выше чуть-чуть! Короткая. Она короткая. Я читал именно какой-то сокращенный вариант. Серьезно? А, чувак, я ее прочитал за день. Типа, она очень маленькая. За день, это целый день, она убегает. Ну, но она очень классная. Это одна из любимых, кстати, у меня книгу Кинга. Она крутая. Давайте его фейли сделаем. Что, все? Как правильно падать? Ближе! Центр есть, Тит! Отдай! Ай, хорош, Тит, хорош! Играем! Парни, в атаке мало! Аден, напускайся, Аден! Что выдергивается, Аден! Блин, ну ты холодный. Играй, чисто играй! Я уже весь горячий. Ну, понятное дело, ты же на солнце стоишь. Я весь горячий. Что ты, еще никакой? Еще! Хочешь, покажу на тебе пару болевых? Я такой в фильме видел. Там два раскачанных мужика, типа, и один другому делал болевой. Быстрее, Вовчик, двигайся! Сможешь сделать захват пальца? Не, Димочка, пальчик, шефер! Рука! Панда кунг-фу. Захват пальца. Нет, не смотрел. Я не знаю, как это делается, это магия. Он зажимает вот так, типа, все. О, нет, это палец! Это захват пальца, типа, я типа надо мизичек поднять, так вот, понял. Сразу типа больно должно быть.
Даля! Ладно. А панда кунг-фу стал в Хоккайдо в конце концов? Потом понял, что ты не дошел. Я сам! Он воин дракона. Но он не может быть в Хоккайдо, типа? Там такого нет. Там нет такого? Чувак, Хоккайдо есть везде. Чувак, Хоккайдо есть везде. Даже у нас есть Зеленский сам, который Хоккайдо. ХК. Хага? Да, ХК. Третья? Да, третья. У меня одно требование. Я хочу, чтобы Мадара стал ХК.